Всем огромный привет! Всем привет! Мы сегодня снова получили посылку. Посылка к нам пришла от Кати Минченковой. Да, от Катюшки Минченковой из Москвы. Посылка у нас долго к нам шла, потому что, как я говорила, у нас на нашем почтовом отделении были проблемы и работать некому было. Сейчас его совершенно закрыли, и все, что там внутри скопилось почтовое, оно лежало, и мы узнаем, что его перевезли все отделение на дальнее, в общем, чуть подальше. И вот мы ходили с боем, пытались найти свою посылку, где же она села, потому что наша почта была уже завалена посылками, и когда их разберут, было неизвестно. Но мы получили свою долгожданную посылочку и хотим открыть ее вместе с вами и посмотреть, что же нам Катюшка прислала в этот раз. Потому что Катя каждый раз чем-то удивляла, и каждый раз было что-то новое и не похожее на предыдущее. Ну что, открываем? Да. Открываем. Теперь такие почтовые коробки, что их быстро не откроешь. А, новые варианты открывания. Ну, у них, да, упаковки теперь немножко другие. Тут теперь две такие пальчики. Вот зубчика. Пальчики. Главное, пальчики. Катя, спасибо тебе огромное. Для нас это был сюрприз, потому что Катя не говорила до последнего, что она нам что-то отправила. Киндер-сюрприз. Да, опять киндер-сюрприз получился. Вау! Ух ты! Что-то огромное! Смотрите. Интересно. Ну, как всегда, я поставлю Максимки сюда. Для Макса и Светы. И Стёпы. А, Стёпы! О! Смотрите, тут отдельная коробочка есть для Макса и Стёпы. Стёпа, иди к нам. Стёпа! Ну что ж, Максимка будет открывать. Давайте мы эту пока вот так поставим рядышком. И по очереди будем. Тут что-то гигантское просто. Ну, открывай гигантское сначала. Ой. О, тут что-то интересненькое тоже. Макс сразу во все. Хариба Мэри Крисмас. Это же мои любимые мишки Хариба. Там медвежата такие. Да, смотрите, какой объем. Ничего себе, Катюш. Сколько мишек, вот столько. Тут 630 грамм, представляете? Да тут 1000 мишек. Я так люблю Хариба. Классно, Кать, спасибо. Иди. Сколько интересного. Ну, пришел. И Степа пришел. Открываем? Открываем. Мы его по... Смотрите. Радуем. Мышка, какая пушистая. Степа, ты посмотри, чего есть, Степа. А, Степа. Смешная. Настоящая мышка. А, Степа, будешь играть-то? Подарок. Ну, Настёп, разбирайся пока с мышкой. Вау, Стёпе понравилась эта штука. На, забирай. Ну, забираешь? Забрал. Ну, беги. Ну, пошел. Сидит, понравилась мышка. Вот такой вот корм, кот для... Кот за них на все готов. Это тоже для Степы. Но пока не покажу, он там с мышкой разбирается. Катюша удивила, даже кота удивила. Вау! Вау, я так люблю Рафаэлла! Как раз она недавно закончилась. Было так грустно, она такой вкусная. Целый. А смотри, тут еще что есть. Рафаэлла еще. Киндер! Рафаэлла. Это не Рафаэлла. Вроде это тоже Рафаэлла, я видел такие упаковки. Вот такое вот еще сладкое. Но это вроде тоже Рафаэлла. Есть тут и киндер. Как я люблю киндеры. Киндер мы любим, да. Как раз и хотел. Тут разные сладости. Вау, сколько тут интересно. Хватит надолго, потому что Макс у нас на ограничениях. Вау. На сладких. Поэтому ему это хватит надолго, долго-долго. Шоколадная медаль. Да, сладкий есть, слиток. Есть вот такие интересности. Ну, в общем, это там вообще прямо. Что-то. Одни сладкие радости.
Вот такие киндеры. Это пакетик, подкладочка. Подстилка. Да. Катюш, вау, спасибо. Ребенок счастлив. Рафаэлла. Да, вот эта вот штука понравилась. Да, вроде там Рафаэлла тоже. Ну, там, наверное, какая-нибудь разновидность Рафаэллы такая, более крутая. Ой, ну все, радости. Свитбоксы. Жалко, вы не видите, что кот делает. Свитбоксы. Ну, доставай, покажи. Ой, сколько всего. Это живот. А, это животные такие, посмотри, видишь, тут кольцо, а тут лев. А если вот так дернуть, то посмотри, что получается. Будто он прыгает через кольцо. Ну, в общем, тут от киндер-сюрпризов, да, получается? Да. От киндер-сюрпризов разные игрушечки Катя ему прислала. Вау, даже трупарик. Тут целый пакетик. Можно посмотреть? Ну, Максим, ты пока разглядывай, а мне дай мой пакетик какой-нибудь. Ой, о, тут как раз... Смотри, тут даже кто есть. О, мил котик. Даже котик. Давай. Ну, давайте я пока буду смотреть, что это такое. Это для тебя. А Макс в игрушках своих разберется. А, понял, это, наверное, одну, вот. Ага, ну ты пока смотри, а мы будем смотреть тоже. Так, от планеты Органика. А тут так вкусно пахнет. Ух ты. Озорник. Так, биомакадамия, кератин, комплекс увлажнений, роскошный блеск волос. Ух ты. Для ломких и ослабленных волос вот такой набор. В этот набор входит первый шаг. Это роскошное массажное масло для увлажнения волос и кожи головы. 7 ампул по 5 мл. Шампунь для увлажнения. Гель-маска для восстановления блеска. И спрей для волос, для легкой укладки. Представляете, вот тут нарисованы все средства. И можно посмотреть. Так, это шампунь. Чуть-чуть он пытался протечь, но не получилось. Я в конце ролика покажу все поближе. Так, это спрей. Вот это, наверное, маска. Да, вот такая маска. Ой, Катюш, классный такой набор. Супер, сколько интересного. И вот такие масла. Вообще очень хороший набор. Такой классный. Очень понравился, спасибо. И главное, что шампунь не убежал. Пытался, но у него не получилось. Пока сюда поставлю, но я потом все в конце близко покажу, потому что там в коробке еще что-то интересное. Тут опять Максимкины радости. Эка! Гигантские! Как раз там одна оставалась. Они так хорошо бурлят. Да, нам очень-очень. Правда, тут чуть-чуть подразбился он, но ничего. Жемчужный бурлящий шар для ванны от Эко-лаборатория. Вот кто ищет самые лучшие бурлящие шары, это вот эти. Они даже пенятся. Они пенятся, они, ну вообще, такой аромат... Издают. Ну, супер. И вот само бурление там прямо на высоте. Очень понравились. И еще два шарика от кафе красоты. Так, так, так. В общем, розовенький и голубенький. Вот такие. Так вкусно пахнет. Вот этот большой чуть-чуть просыпался. Он так вкусно пахнет. Так, а это, наверное, увлажняющая мицеллярная, да? Да, мицеллярная вода. Я очень люблю вот эту водичку. Классная. Спасибо, Катюш, прям побаловала. Гель-маска, клюквенный сок. Вот такая вот еще и масочка приехала. Так, этот пакетик тоже пустой. Это колечки. Макс довольно играет во все уже игрушками. Тут это друг Тедди, наверное. Да, вот такой, смотрите, красавчик. Ослик. Обезьянка-мечтательница. Вот тут обезьянка, а тут крокодил. Если быстро, то она будто дергает его за хвост. Ну-ка посмотрим, чему тут мечтает обезьянка. Так она немножко отваливается. Вот такая вот. Если так вот, то дергает. Нужно быстро, вот так. И вот через кольцо он прыгает. Ну, мы потом на близкую камеру попробуем еще поближе. И это вроде бы один. Смотри, он держит типа кисточку и сюда макает. Да, и вот такой вот еще интересный человечек. Еще и так... палитра тут. А может быть, он не стоит? Нет.
В общем, вот такой вот интересный еще. Еще вот такая вот штука. Ее можно вот так кидать. Ну, это такой дракончик. Можно сделать браслет. А, и он типа летит, это хвост. И можно еще ему сделать браслет из этих отделений. Кого еще мы показали? Вот этих двух, да? Ну да, это колечки. Это колечки такие два. На пальчики одевать. Еще вот это не показали. Морской конек такой детальный. Ну, киска, конечно, классная. Это у нас в коллекцию пойдет. Морской конек такой детальный. Да, и вот такой морской конек. Вот такие игрушечки приехали к Максу. Ой, все такое классное. Ну, давай дальше. Такая, правда, вкусная посылка. Ого! В общем, приехал вот такой пакет красивенный, большой. И в нем... Что это? Это конфеты! Ага. Конфеты вдохновения там. И еще конфеты от Куркунова ассорти молочный шоколад. Ну, у нас прям, правда, киндер-сюрприз получился, Катюш. Фирма К. Я как раз у меня... Ну, Куркунов это, да. Мы пробовали такие, ну, помнишь? Ну, да, конечно. Тут три вида шоколадных конфет. Ну, многие его пробовали. Хорошие. У Куркунова классные конфеты. Так, а это у нас от вдохновения. Пралине с орехами. Вот такое вот еще. Ну, получился просто сладкая радость, сладкий сюрприз. Вообще, столько всего вкусненького. Набор мне, прямо то, что надо. Как раз я тут распустила Света косы и получила за это подарок. Катюш, спасибо, порадовала. Вон, спасибо тоже Степа говорит, куда он мышку-то заделал. В общем, куда-то уиграл он мышкой, счастливый. Мяукает спасибо. Кать, порадовала. Столько сладостей, нам их хватит надолго. Вон сколько, вообще, много-много. Ну, а Степа вообще счастлив. И Макс. Вот это прям впечатлило. Так много. Надо же, какие бывают. Я привыкла, что в магазинах маленькие такие штучки. Я тоже. А тут сразу раз и почти килограмм. Ну что ж, не прощаемся. Давайте мы вам поближе покажем. Так разложим, чтобы было красиво. Оставайтесь с нами. Да. Ну давай, купим чай пока. Разложили мы все. У нас получилось вот сколько. Ну что, Максим, рад? Очень. Это прям как киндер-сюрприз. Да, получился сладкий киндер-сюрприз. Катюша угодила всем, даже коту. Да, кот. Степа, он кричит спасибо. Понравилась ему очень мышка. Он уже поиграл. Он уже ей поиграл. И самое главное, она такого размера... Что под холодильник не улетит. Да, что не придется теперь Степе доставать это все из-под холодильника. Да, Степан? Ну что, покажи нам игрушечки поближе, потому что много детей у нас смотрит тоже, и им будет интересно, какие игрушки были. Вот такие вот кольца, еще не могут стоять. Да, вот такие колечки. Такие. Покажи вот этих вот. Это зверюшки-мечтатели. Если вот так сделать, то он будто прыгает через кольцо с мячом. Кто играет в футбол X. Ага, правда, прыгает. А покажи самую игрушку, ты пальчиками закрыла. А. Вот такая. А вторую покажи. А, только у нее немножко сваливается само облачко желаний. Но вот он крокодила дергает за хвост. Ну, правда, дергает. Это чего, обезьянка? Да. Да, вот такая обезьянка. Сейчас Степа вернем. Вот этот интересный с кисточкой. И мы так поняли, это палитра красок у него. Очень понравился нам. Вот такой милейший просто ослик. Он похож будто из серии Тедди. Наверное, это свитбокс с Тедди. Да, наверное. Ой, такой милейший прям ослик. Вот это тоже похоже на свитбокс. Угу. Вот это тоже из свитбокс. Да, у нас два котика есть. И вот у нас теперь будет третий. Я его хочу назвать. Ну, надо вспомнить, как их там зовут всех. Ну, ее можно назвать Кэти. Макс, главное, сегодня пошел в магазин. Что ты хотел себе купить? Киндер. Да, хотел киндер купить. А почему не купил? Ну, потому что я подумала, мне и так...
так целая посылка сладкого. Ну, ты не знал еще, что сладкое. Он говорит, ну, я подумал, что раз посылка, наверняка там будет что-то сладкое. И я, говорит, отказался от киндера. И поэтому киндер приехал действительно к нам. Очень понравился вот эта вот звездочка. Еще мы там не знаем, что. Ну, там Рафаэлла, вроде. Вроде. Макс так уверенно говорит, там Рафаэлла. Ну, потому что там Фаэрелла. Да. Короче. Ну, вот это впечатлило. Огромный Харибо. Надолго хватит. Коробки я показала. Давайте вот эти средства для волос я покажу. Я понял, тут микс разный. Тут и мишки, тут и кольца мармеладные. Ага. Вот такая гель-маска. Наверняка это очень вкусно пахнет, потому что входит макадамия. Вот такой спрей. Легкое расчесывание. Ой, вообще классно. И шампунь. Вот такой. Шампунь-то можно понюхать. Да, очень-очень вкусно. Сладким макадамией пахнет. Классно. Катюш, спасибо. Действительно, сюрприз был сладкий, приятный, классный. Да, Максим? Да. Еще я так люблю конфеты с коробками, прям наборы. Да, в коробках сразу праздничное настроение вызывается, да? Что ты ее усы-то отрываешь? Дашь мышку? Стёпе угодили. Вот, Стёпе мышка нравится. Поймал. Тут даже не мышка, тут целая крыса. Да. Стёп, ты боец. Вот какая. Всё, кот счастлив. Катюш, спасибо тебе огромное. Макс еле несет свое добро. Это еще не все. А, ты не все еще собрал? Да. Максимка нас позвал. Что ты хотел показать, Максим? Показать, что внутри огромного Хариба. Ой, очень интересно, как они там наложены, эти мишки разные. Вот так вот, маленькие упаковочки. Ух ты! И много их там? Очень. Ну, высыпи, покажи, интересно. Ух ты, они правда, они еще и разные формы. Вон их сколько. Смотрите, даже вот такие есть. И газировка. Вообще разные, приразные. Тут все виды Хариба. Ой, ой, вот это праздник. Вот такие вот. Ой, какие классные. Правда, всякие виды. Какие существуют, те и есть. А ты все высыпал? Да, пусто. Пусто. Вот такая гора. Прямо куча. Бывает киндер-сюрприз, а тут харибы-сюрприз. Причем даже вот эти вот пастилки, ну как они называются, мармеладки, они все разные, смотрите. Получаются разные вкусы. Ну вот, даже тут видно. Этот кола. Вот, видите, все разные. Вообще классно. Тут и пряники есть. Ну, и вот мишки. Такие вот. И все разные мишки. Ну, поздравляю тебя с такой посылкой замечательной. Спасибо. Катюш, спасибо тебе. Огромное. Теперь-то мы точно прощаемся, да? Вот такая у нас сладкая радость.